Вот такое вот место. Было это место под печку Тунгуска, 16 термофоровскую. Получается ширина 2 кирпича и длина 3 кирпича. И тут уже сделана кирпичная труба. И в кирпичную трубу здесь с каналом входит труба из нержавейки. И вот вопрос, можно ли на этом месте сложить хоть какую-нибудь кирпичную печь, либо как вариант, возможно ли на этом месте поставить печь железную, изнутри обложенную кирпичом. Вот возможно ли такое? Вот вопрос.